Так, ну что, фотосессия нашей красотулечки закончилась. Она теперь тут просто гуляет, да, с другом. Маэстро, красавчик всегда. Тут и там, везде. Красотулечка, девчоночка. Бантик сняли, конечно же, да. Бантик такой красивый, выставочный. Мы ходим просто либо с резиночкой, либо с обычными такими маленькими бантиками. Потому что, ну, срывают они. Завидуют друг другу, да, и срывают бантики. Ну, шучу на самом деле. Красоточка, вот мы отснимались, мы долго готовились к фотосессии. Я там ставила видео, мы расчесываемся, массажики делаем. Вот такую красоту, конечно, мы всегда ухаживаем за ней. И ой, тетя Жайка наша всегда радует, да, зайчка. Ушко немножко упало, потому что было все долго. И она у нас такая нежная, ранимая девчоночка. Она всегда переживает, поэтому бывает, что ушечко упало. Ничего, оно всегда стоит. В принципе, это допустимо, нормально, она все в порядке. Так что вот, дорогие друзья, все отпустила. Скажи, мама отстала от меня, красотки. Так, хотела показать, может быть, она выйдет на солнышко. Ага. А, не вышла. Лалушенька, иди на солнышко, нет? Хотела показать шоколадный отлив, который на солнечном свете виден. Он классно виден. Жарко уже, поэтому она прячется. Вот такая красотка. Так, дорогие друзья, кто хочет быть владельцем вот такой же красоты? Есть два свободных мальчика. Мальчики подрастают, будут иметь документы, клеймо полностью привиты, приучены всем премудростям, все, что я могу, все, что умею, все, что хочу вложить в этих деточек, все будет им дано вдоволь. Поэтому, дорогие друзья, кого интересуют вот такие деточки, вот. А ну-ка присматриваемся, видно шоколадный отлив, красота, просто красота. Поэтому, кого интересуют детки черного йорка, чисто черного йорка, без перецвета, Лалушенька, девочка моя, иди ко мне сюда, Лалушенька, Лол прячется уже в тенечек, Лалуш, куколочка моя, иди сюда, не хочется, скажи, мам, сама стой на солнышке, Лалушенька, иди сюда, куколка наша. Так, в тенечек пригласила нашу куколочку. Хотела, чтобы снова посмотрели. Жарко, поэтому она, конечно же, прячется в тенечек. Дорогие друзья, кто хочет такую красоту, пожалуйста, обращайтесь. Есть свободные всего лишь два мальчика, поэтому торопитесь. Как только подрастут, привьются, смогут отправиться в любую точку мира. Поэтому можно пока зарезервировать деток и потом наслаждаться вот этой красотой, единственной редкой красотой черного йорка. Вайбер, WhatsApp, Telegram, телефончик под видео. Все вопросики в личные сообщения по стоимости, по доставочке, по мальчишечкам, по другим, возможно, мальчишечкам, кто вас интересует. Поэтому, пожалуйста, пишите, звоните, всегда рады общению. Все вопросы услышите, пожалуйста, меня в личные сообщения под видео, в комментариях я не отвечаю. Поэтому уж будьте добры, потрудитесь перейти в личные сообщения. Мне бы хотелось узнать, кто вы, что вы, откуда, для чего вам собачка, почему и так далее. Ну, на самом деле шутка, но тем не менее отнеситесь к этому серьезно. Собачка не игрушка, поэтому хотелось бы все-таки, чтобы у наших деток у всех были достойные, ответственные родители. Поэтому все вопросики задавайте, с удовольствием отвечу, пообщаюсь с вами. Лалуш, красотка. И вот такая красота тоже может вас радовать долгие-долгие годы. Все, друзья, всем хорошего дня. Лалуш.